Во всех регионах страны Союз молодежи открыл пункты добра для сбора вещей первой необходимости приезжим из Украины. Больше всего они нуждаются в гигиенических наборах – от шампуней до влажных салфеток. Принимают также стиральный порошок, одноразовую посуду и продукты быстрого приготовления. Глобальная экологическая акция пройдет 26 марта во всем мире. Присоединиться к ней может любой. Необходимо отключить электричество в период с 20:30 до 21:30. Час Земли – символическое движение, которое призывает бережно относиться к природе и ресурсам планеты. Гость обокрал бобруйчанина. Унес ноутбук, одежду и документы. В милицию обратился один из учащихся колледжа. С его слов, в доме отдыхала компания. Когда веселье закончилось, хозяин не досчитался имущества. Подозреваемого вычислили по отпечатку ладони на одной из бутылок из-под алкоголя. В рамках Международного дня семьи супружеские пары, которые состоят в браке 50 и более лет, могут бесплатно в торжественной обстановке отметить свой юбилей. Акцию проводит ТЦСИОН Первомайского района. Запись ведется до 1 мая. Время работы с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. Для бобруйчан 28 марта пройдет электронная ярмарка вакансий. На онлайн-площадке ждут инвалидов, молодежь и лиц, освобожденных из мест лишения свободы. У соискателей будет возможность задать интересующие вопросы, получить консультацию и приглашение на собеседование в режиме реального времени.